принес этот год? Что выиграли народы Европы? Главное не то, что они выиграли, не то, что они приобрели, а то, что они потеряли. Иллюзии. По виду мы с тобой, Фридрих, не избежали их. Гальский петух не прокричал, пролетарская революция не совершилась. И все же мы сделали шаг вперед к истине. Идеи манифеста мы проверили в огне революционных боев. Они станут реальной силой и основой науки, преобразующей мир.